Знакомьтесь, Мэри Домингес. Расскажи о себе. Я люблю поэзию и вещи от Прада. Я не просыпаюсь раньше 10 утра, и я не говорю по-испански. А это Нора Домингес. Прости, я приняла тебя за сестру. Я что, похож на твою сестру? Нет. Ты выше ростом, и ты пришел вовремя. У них было все, о чем только можно мечтать. Нора, ты только что разбила мой новый BMW. Да ладно, это всего лишь машина. До того дня, как они лишились всего. Кто эти люди? У вашего отца была интрижка до вашего рождения. Это ваш сводный брат. У нас есть брат? Ваш отец банкрот. А как же наш дом? Он наш. Вы теперь нищие. Больше никакого шопинга, никакой протеиновой диеты. Нищие питаются одними углеводами. Ну и куда мы едем? К тете куда-то восточной Л.А. Добро пожаловать в Мексику, крошки. Поехали отсюда. Какой кошмар. И что вы думаете? 50 минут, и вы как будто в другой стране. Рад познакомиться, Мари. Мэри, и я не дам тебе на чай. Надо убираться отсюда скорее. И куда же? В приличный отель. Эмиграционная служба. Смотрю, ты обжила здесь. Ходила на занятия по выживанию. Только не воруй ничего. Ты считаешь, все мексиканцы воры? Я не знаю, я не мексиканка. В таком пончо и с таким нравом ты самая настоящая табаско. Очень смешно. Только этим летом. Ты что, стыдишься нас? История об обретении истинного дома. Твой отец всегда гордился своей семьей. И когда кажется, что хуже быть не может... Сегодня вечеринка у моей тети, и если ты решишь туда поехать, приходи. Любовь расставляет все по местам. А ты неплохо прибираешься для домашнего мальчика. Ты похожа на Фриду Кало. Спасибо за комплимент. Да, только брови у тебя не сросшиеся. Эй, Чика, чего гриву распустила, белая? Я мексиканка. Прада и чувства. Меня зовут Родриго Антонио Фуэнтес Хидальго де ля Барбола. А я Аурелия Маргарита Хименес Синерос. Тебе точно нужно учить испанский?